Вместо примелькавшихся белых халатов – добрый волшебник в красной шубе. В понедельник в отделениях детской больницы номер 5 прошли благотворительные акции. Мероприятие организовал фонд содействия развитию города Иваново. В гости к маленьким пациентам пришел Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой и герой мультфильма «Щенячий патруль». А вместе с ними и такое необходимое для выздоровления новогоднее настроение. Вот такие мероприятия веселые, с вручением сладких подарков, будет у детей, мне кажется, у детей поднимать настроение, которые будут способствовать быстрейшему выздоровлению. Дед Мороз уже с порога хотел зажечь новогоднюю елку, но не тут-то было. Где-то в дороге он потерял волшебную снежинку с посоха, а вместе с ней и всю колдовскую силу. Снежинку искала вся собравшаяся детвора. Они ходили по замерзшей реке, под сосульками. Где еще у нас? Облака подкидывали. Вот в облаках-то там и нашли волшебную снежинку. Волшебная терапия, несомненно, приблизила каждого малыша к выздоровлению. Веселье все болезни как рукой сняло. Мне очень понравилось это представление. Оно было просто захватывающим, фантастическим. Было очень много это даже не конкурсы, это немного сложно объяснить, но мы там плясали, танцевали. А особенно мне понравилось, когда мы бегали по сосулькам, когда они их спускали, и все мы перебегали. В планах благотворительного фонда посетить с таким же спектаклем и детскую областную больницу. Организаторы закупили почти 600 сладких подарков. Все они будут переданы детям, которые в данный момент находятся на лечении, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.